Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска, двигатель 1.4, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 173 тысячи километров. Человек ударился в бордюр, и болты на реактивных тягах, здесь продольные реактивные тяги стоят от балки до телевизора, он подогнул их, и теперь они упираются в подрамник. Идет посторонний шум. Сайлентблоки отдельно не идут, болты отдельно не идут, идут только в сборе с тягой. Поэтому заказали тяги, не такие они дорогие. И обе тяги заменим. Поднимаю автомобиль и откручиваем их. Вот так все это выглядит. Смертельного в этом ничего нету. Но говорит, что после стука, то есть после удара, сразу появился стук. Меняем, говорит, и все. По обоим болтам удар пришелся. Сайлентблоки вывернуло. Хотя все это ставится на место. Беру ключ. Головка на 18. Откручиваю этот болт. Откручиваю сзади болт. И задний болт ослабляю. Здесь у нас разрез для установки. Сзади болты на 18, спереди болт на 17. Болт, похоже, идет прямо. Быстрее всего вывернула гайку в телевизоре. Сейчас, когда выкручу, закручу болт, посмотрю, как он будет стоять. И болты быстрее всего тоже на 17. Просто шляпы сбиты. Болты уже подзакисли.
фантик от конфеты в подрамнике. Да, все-таки оказалось, что вывернута резьба. Вот если посмотреть отсюда, она стоит под углом. Сейчас закручу болт и выгну его вертикально. Ну, также и вторая сторона. Поэтому эти реактивные тяги можно было и не менять. Хозяин, барин, заказали, меняем. Болт как стоит. Трубу одену. Вот и все. Главное, чтобы гайка не оторвалась. Беру новую тягу 969-80-308. Это правая сторона. Идет в сборе с болтом. Смазываю болт, смазываю резьбу и закручиваю. Сзади болт, который до конца не выкручивал, я его тоже выкручу и смажу. На обоих болтах резьбу почистил. Здесь резьбу смазываю. Также смазываю резьбу на болтах. Дальний наживляю. Ставлю и наживляю этот болт. Также наживляю передний болт. Все стоит ровно прямо. И зажимаем этих оба болта. Траверс установлено.
реактивная тяга. Также меняем с этой стороны болт. Я думаю, что тоже не загнулся, а загнулась также гайка в телевизоре. Да, болт идет ровно. Все точно таким же образом. Сейчас гайку на место поставлю. А, ну да, вот эта сторона и хлопала. Вон, видно, набита. Втулка доставала до подрамника. Не правая сторона, а левая сторона. Откручиваю и покажу номер левой стороны. Да, прилично ушло. Беру новую тягу. Номер ее с левой стороны 969-41-191. И наживляю. Также смазываю второй болт и тоже его наживляю. Ну все, затягиваю, все стоит на месте, все движется и все ровно и параллельно. Затягиваю и опускаю автомобиль, но здесь походу еще обнаружил, что нам предстоит делать оборванный задний саленблок с одной стороны. С левой он надорванный, а с правой он оборванный. Я его монтажкой сейчас покажу. Колесо не снимал, но сбоку его видно. Так что саленблоки будем менять. Но если менять задние, то заменим и передние тоже. И стучит правая стойка. Левая не стучит, а вот правая простукивает. Но менять только парой. Поэтому еще предстоит заменить здесь стойки. Ну и ко всему прочему, реактивные тяги эти остались у меня целые. Дело было все в загнутом
крепление в подрамнике. Если кому-то надо реактивные тяги, отдам. Мало ли там ДТП какой-то или еще что-то. На этом все. Замену продольных реактивных тяг я закончил. Всего вам доброго.